Только Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Всем привет, меня зовут Раиль. Это «Хижина музыканта», и сегодня я вас хочу научить играть мою собственную песню, выпущенную совместно с артистом Marvelous. Песня находится на всех музыкальных площадках, скачивайте, ссылочка будет также в описании под видео. Поддержите максимально, сделайте репост ВКонтакте, сделайте кавер, я обязательно вас поддержу, зарепощу в Инстаграме, ВКонтакте. Так что жду ваши работы, сейчас исполняю кусочек и уже покажу, как играть песню. Поехали! Как бы не было больно тебе, как бы не было сложно для нас, но когда твоя рука на моей руке, я не хочу ничего видеть, кроме твоих глаз. Ты можешь притворяться, говоря о своем, ты можешь не давать мне шанса, будто обречен. Давай исчезну просто так, провалюсь под лед, подумай только, никто никогда не найдет. Don't leave me, listen to Ребята, рассмотрим аккорды песни. Не удивляйтесь, их здесь всего лишь два. Первый аккорд БМ на седьмом ладу. Два раза исполняется. Следующий аккорд на девятом ладу. Аккорд F диез минор. Фа диез минор. То же самое я исполняю вот здесь. Аккорд F диез минор на втором ладу, да? И аккорд БМ. Вот, ничего сложного. Простые аккорды покажу чуть позже, если хотите сыграть песню без барре. В данном разборе я исполнил чисто свой куплет. Слова первого куплета, куплета Marvelous, вы можете найти в описании под видео. Можете там использовать любой из предложенных мною здесь переборов и боев, или придумать свой. Я начинаю исполнять свой куплет, играя бой восьмерка на приеме palm mute. То есть... Интересный бой, обожаю его в последнее время. Как исполняется данный бой? Для начала возьмем бой восьмерку. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот он бой, да? А когда мы играем прием palm mute, то этот бой просто исполняем больше на басовых струнах, ногтем указательного пальца, как будто бы держу медиатор. Вот. Да? Но здесь я еще добавляю заглушку, это по сути удар сверху по струнам, вот так проезжаясь. Это получается у нас второй удар вниз, вот второй удар уже с заглушкой. Вниз, хлопок, да, вверх, вверх, вниз, еще раз хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще есть один нюанс, когда я делаю удар вверх, я расслабляю левую руку, чтобы это звучало чуть коротко. Вверх, вверх, вниз. После последнего удара вниз, заглушкой, да? Вверх, вниз, вверх, уже на блокированных струнах. То есть расслабил левую руку. Но не отпустил, чтобы вот звуки были. Можете не париться, не расслаблять левой рукой ничего, а просто делать удары правой рукой. Вниз, хлопок, вверх, вверх, вниз, хлопок, вверх, вниз, вверх. Да? Удар вверх, когда я делаю, я цепляю только где-то вторую, третью или четвертую струну, вот. Не все прям. То есть вниз, хлопок, вверх, вверх, вниз, хлопок, вверх, вниз, вверх, да? Как бы не было больно тебе, как бы не было сложно для нас, но когда твоя рука на моей руке, я не хочу ничего видеть, кроме твоих глаз. Ты можешь притворяться, говоря о своем, ты можешь не давать мне шанса, будто обречен. Давай исчезну просто так, провалюсь под лед, подумай только, никто никогда не найдет. Если сложно, можете просто исполнять бой восьмерка. Как бы не было больно тебе, как бы не было сложно для нас, но когда твоя рука на моей руке, я не хочу ничего видеть, кроме твоих глаз. Ты можешь притворяться, говоря о своем, ты
можешь не давать мне шансы, будто обречен. Давай исчезну просто так, провалюсь под лед. Подумать только никто никогда не найдет. Дальше начинается такая иностранная часть на английском языке. Здесь чуть-чуть рисунок боя меняется, он становится таким. Когда у нас пауза, правая рука не останавливается, продолжает делать движение вверх-вниз, вверх-вниз. Она вообще постоянно должна вот так вот гладко пульсировать. Да? Давайте посмотрим, какая мелодия поется в голосе, чтобы исполнить данную песню чисто и красиво. Играть тут, в принципе, нечего, да, два аккорда, но вот петь есть что. И внизу надо спеть, и высоко, и в промежуточных тесситурах тоже. Поэтому распеваемся. Найдите на YouTube упражнение. У меня также есть видео 3 упражнения для развития вокала. Посмотрите его. Поехали. Пятая струна. Пятый лад, четвертый лад, второй лад. Поем, такая мелодия. Как бы не было больно тебе, как бы не было сложно для нас, но когда твоя рука на моей руке, я не хочу ничего видеть, кроме твоих глаз. Ты можешь притворяться, говоря о своем. Ты можешь не давать мне шанса, будто обречен. Понадобится еще третий лад, пятый лад и четвертый лад третьей струны. Продолжаем. Давай исчезну просто так, провалюсь под лед. Подумать только никто никогда не найдет. Дальше начинается английская часть. Исполняем ноту ми, ре, до диез. Don't leave me, listen to my heart, please believe. Дальше потом идет бридж, в котором мы исполняем перебор. Я уже спускаюсь вот сюда. Дергаю пятую, четвертую, третью, вторую. Пятую, четвертую, третью, вторую. F диез минор берем выше. Шестая, пятая, четвертая, третья. Небольшая пауза, оттяжечка. Делаем такие движения. Блокируем звучание струн. Вниз, вверх, вверх, вниз. И на последний удар вниз мы делаем слайд с 12-го лада 6-й струны. То есть... И берем аккорд БМ. И начинается уже припев. Исполняется боем восьмерка полноценным. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Здесь не торопиться главное, потому что песня медленная. И только Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все. И только Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все, но я не уйду. Дальше начинается предприпевная часть, бридж, которую исполняет Marvelous, он поет ее на октаву ниже, опять-таки, вот здесь. И только Бог знает о том, как я тебя люблю. Ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все. Остановились на ноте до диез. И дальше я уже пою припев на октаву выше. И только Бог знает о том, как я тебя люблю.
ты умоляешь отпустить, но я не могу. Прошу прости за эгоизм и за то, что вру. Прошу прости меня за все, но я не уйду. Очень надеюсь, что данный разбор был полезен для вас. И я вам показал, как играть данную песню, чтобы вы уже могли спокойно записать кавер на данную песню, отметить меня в Инстаграме, ВКонтакте, прислать, да? Я обязательно зарепощу, если ваш кавер будет интересным, хорошим, качественным. И, ребята, не забывайте, что... премьера.